В этом году триумфаторами Brit Awards стали Бен Ховард и Эмили Санде. В их активе несколько почетных званий. Шотландская певица была удостоена номинации «Лучшая британская исполнительница» и «Лучший британский альбом года» за пластинку «Our Version of Evans». А Бен Ховард допелся до лучшего исполнителя Великобритании и лучшего нового исполнителя. В свою очередь Coldplay стали первыми в номинации «Лучшее живое исполнение», обойдя старожилов премии The Rolling Stones, впервые появившихся в Brit Awards 35 лет назад. Признание Фрэнка Оушена лучшим международным исполнителем разбавило его горечь поражения на Грэмми 2013. В аналогичной женской номинации снова неудел оказалась кантри-звезда Тейлор Свифт, и ее опередила Лана Дель Рей. А награду «Выбор критиков» заслужил певец и автор песен Том Одел, чей дебютный альбом выйдет в апреле сего года. Помимо награждения лауреатов премии, вечер по традиции предусматривал и выступление звезд.